Все эти киоски внезапно закрылись не на обед. Видимо, слух о грядущей проверке по рынку на улице Егорова в Куйбышевском районе пронесся быстрее, чем прибыла комиссия. Здесь часто ведется торговля, налога с которой бюджет не видит. Те, у кого бизнес оформлен, спокойно предъявляют документы и заполняют анкеты. Да, можно сказать, нет, мы всегда готовы приходить с проверочкой. А все какие у нас нормально. Приходят? Ну, полиция Куйбышевского района, Ростехнадзор приходит, налоговые. Администрация Куйбышевского района. С начала года комиссия выявила около 40 недобросовестных предпринимателей, которые не заключили официальные трудовые договоры с наемными сотрудниками. Благодаря усилиям администрации и проведению разъяснительной работы, половина бизнесменов исправилась, и теперь налоги от их деятельности поступают в пенсионный фонд. Проводим беседы с продавцами, которые не оформлены легально, то есть имеют серые заработные платы, которым не начисляется пенсия, которые в дальнейшем беззащитны. Поэтому люди прислушиваются, идут навстречу, заключают договора. Рейды проходят каждые 2 недели. В комиссию входят представители отдела финансов и потребительского рынка, а также сотрудники пенсионного фонда, которые не устают напоминать продавцам: нет отчислений в бюджет, не будет пенсии. Марьяна Мирная, Алексей Золотенков. События.